Okay, here is the costume of real Kazakh and real Russian boy. Look what he has. He has a beard. Very nice beard, really? Yes. On the head. Ah. Ну, для начала давайте посмотрим на костюм. Костюм сам по себе прекрасен, начинается он с бороды. Борода должна быть прекрасна. Она и есть прекрасна. So the next thing is... his kurta. I don't know in English. Jacket. Black real jacket. Should be very beautiful and very attractive. Yes? To capture the attention of the young girl. Кафтан должен быть по-настоящему яркий и привлекательный. Ну а как же девушка обратит на молодого человека свое внимание, если он будет не яркий и нарядный, как вы видите сейчас? The third thing is no English equivalent for this word, a very, very big hat called papaha. Ну а следующий элемент, обязательный элемент, чтобы голова была красивой, на ней должна быть настоящая папаха. Ага. This style, yes. Объясни. Under the jacket should be a really exquisite and beautiful kurta. Yeah, this time it's really kurta. Or underwear. Yes? Underwear should be beautiful too, ladies and gentlemen. Really? Я, конечно же, шучу. Под пиджаком или под вот такой под таким прекрасным кафтаном обычно одевается рубаха. Рубаха у нас тоже должна быть прекрасна. Ну а как же, если молодой человек снимет свой кафтан, там тоже должно быть все прекрасно. So the problem is when the jacket is doffed, everything should be beautiful under it too. And the next thing is, here's our real red shoes, big shoes. Ну а следующий элемент одежды – это настоящие красные сапоги, которые блестят и переливаются на солнце. That's it. Did you like the look of our young gentleman? So now it's time for our next dance item, which is called кадриль. Ну а следующим номером, наконец-то, та самая кадриль. Исполняют Груджа Швани Нигам, руководитель театра индийского танца Таранг, Светлана Нигам, художественный руководитель театра индийского танца Таранг, Евгения Шумская и Алексей Дуднев. Встречайте, пожалуйста.